Всем привет, ребята! И вы на канале Кэтрин Вин. И Roblox наконец-то заработал! И в этом видео я покажу, как получить новый бесплатный плащ. И давайте начинать! Для начала нам нужно подойти вот к этому скелету и поговорить с ним. Дальше нажимаем на play. И он нас телепортирует вот сюда. Теперь нам нужно пройти вот этот огромный лабиринт. На этой картинке показана схема прохождения нашего лабиринта. В принципе, он не такой сложный, как кажется. И давайте уже его пройдем. Собираем ускорение. Чекпоинты. Так будет легче проходить. Допустим, если вы соберете перец, то это ускорение. Еще тут есть кукуруза, которая показывает сверху наш лабиринт. Также тут есть различные монстры, которые мешают пройти наш лабиринт, поэтому их лучше опасаться. Например, вот этого волка. И я наконец-то прошла этот лабиринт. Подходим к нашему скелетику и снова с ним разговариваем. И теперь мы наконец-то можем забрать этот бесплатный плащ. Нажимаем вот сюда и на крестик. И все, мы наконец-то получили эту бесплатную вещь. Теперь давайте уже ее примерим. И вот так вот эта накидка выглядит на мне. Я думаю, что мне подходит. Кстати, посмотрите, что я могу сделать. Превратиться вот в такую коробку. Посмотрите, как это прикольно выглядит. Также тут есть вот такой скин. Вот такой и вот такой. Да, прикольно, конечно. Особенно мне больше всех понравился вот этот человечек. Напишите в комментариях, кто знает, как он правильно называется. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!